Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня обзорчик утренних акций, что есть интересного на серпках. Начнем с английского. Сегодня просто перекачивал героев. Аккумуляция довольно-таки неплохая. Перекачиваю героев, забираю камешки для прокачки. Но все-таки 300 сундуков — это классная тема для начинающих аккаунтов. Плюс спектр, плюс эмблема, ну и также возможность получить скин. 1+1 есть, баллончики. Ну, баллоны — это в смысле шарики. Хрусталка, пиратик. Не такой, как на Айсе. На Айсе там пират вообще бомба. Островок, который изменили, я его вчера показывал, сегодня у вас будет еще один видосик, собери пак. Они, к сожалению, ничего не поменяли. Ну, самая тема — это вот фонтанчик, где вы можете без проблем собрать, как видите, дофига осколков. Я вытащил вчера 8, 14 и 10, короче, 30 осколков за 3 дня просто на изи. Так, Thunder Gift. Ну, такое себе. Такс. Что у нас еще интересного? Давайте начнем с Тайваня. Нимку вчера я вроде тоже пропустил. Не получилось забрать. Так, поехали чекнем Тайвань. Так, что у нас на Тайване есть? Накопление. Так, тут какие-то акции обновились. Островок. Я говорю островок, а вот островок. О, новые акции 3. Вот оно, дерево. Это та акция, о которой говорили об обновлении. Че, она бездонатная, что ли? Нифига себе. Прикольненько. Смотрите, какие плюхи можно повыбирать себе на халяву. Блин, ну крутая акция. Я считаю, что реально интересная акция. Мы сейчас посмотрим. Ну, не может она быть бездонатной. Сейчас понаставляем. А, не дает. А, типа, вот, я все понял. Типа, некоторые награды можно выбрать с определенных плюх. Ну, блин. Прикольно. Допустим, так, так, так. Этих 4. И, типа, за 600 самов забрать, что ли? А, типа, трясешь, и что-то тебе упадет. Все, я понял. Сменка за 100. Ну, такое. Конечно, прикольненько, но за 600 самов. Ну, она вас, в принципе, бездонатная, но надо самоцветы копить. Но, блин, акция интересная. Ну, конечно, шанс, чтобы вы понимали, реально очень маленький, чтобы что-то выпало. Так, окей. Поехали на немочку, глянем, что на немке. Сегодня четверг, должны пираты быть. Запуститься. Ой.
забираем. Вчера я пропустил. Короче, карту я не заберу. Однозначно. Шарики тоже открылись. Накопление. Тут еще такое есть ничего интересного. О, нифига себе, пират. Прикольненький пират. Пират обалденный. Что еще есть в плюхах? Ну, добавили нового героя. Блин, ну круто. 1200 у нас есть. Попробовать жахнуть, что ли. Правда, у меня места маловато. С вами попробуем что-то вытащить. Единственное, надо место освободить. А, ну, в принципе, все упадет. Блин, ну пират тоже классный. Так, сейчас я островок заберу. Пакеты, понятно. Чик. Конечно, размечтался я. Ну, мастер рун есть, по крайней мере. А, такс. Что тут такое еще интересное есть? Ничего. Так, пакеты накоплений. Вообще понятно. Поехали на русский сервер. Так, вчера мы собирали... Это наша угадайка. Разбей, накопление, шарики. Добыча пирата на русском сервере. Помойка. В общем, на русском сервере говно реально. Парящий остров. Собери сам. Да, ничего такого. Ничего такого нового нет. Окей. Ну что, поехали. Будем пробовать затащить. Сейчас перейду, наверное, на английский сервачок. Так, 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 так. Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. What the f*** does it matter, man? Autonomy is an illusion. Пусик есть, открыл. Открываем экран. Панда, наемный убийца и кристаллический эктоплазм. Поехали. Опа. Блин, тяжело после вчерашнего ночного РДР. Синяя слизень панда рядом. Синяя слизень панда и наемный огурчик. Огурчик. Синяя шаман панда. Наемный убийца, синий слизень. Так, и тут у нас интрижка. Неслись панда тритон. Так, тут вот этот нафармил. Нафармил. Наспамил. Так, наемный убийца. Синий слизень и панда. 23 часа назад. Синий слизень шаман. Синий слизень. Панда циклоп. И мне слизь панда наемный. Он ответил 4 часа, мастер огурчик. А вот этот ответил нам. Наемный убийца, синий слизень панда. 23 часа назад. То есть он был первым. Так, окей. Смотрим.
Блять, ну что я могу сказать? Я даже комментировать это не буду. Просто жесть. Вы смотрите, смотрите, как правильно делать комментарии. Так, мастер огурчик подписан на один канал, вижу. На второй подписан. Есть. Чекнем ВК. Давай запускайся. О, Никитушка, это ты, друг мой? Ты ж словил у нас бан. И знаешь за что? Ай-яй-яй. Блять, еще так долго открывается. А репостика-то нету или есть? Репостик есть или нету этого репоста? Смотрим. Смена подарков, обновление, Бравл Бомж. А где репост все награды шарика именно этого видоса? Где? Вот. Еще. У него все за 25-е репостнуты. Смотрим. 9 февраля, 9. И такое. Качаем атрибуты. Два супер набора. Пел, обнова. Обзор обновления. Обновление. Короче, блядь, два победителя и два просто пролетели. Поздравляю, ребята, красавчики. Смотрите внимательно условия. Что я могу сделать? Всем удачи, всем пока.